Лёш, поздравляем с забитым голом. Расскажи немножко вообще, как оно получилось. Немножко все сумбурно было, поэтому, может быть, не все увидели. Да как получилось? Как обычно, подача. Ребята все сделали, а мне оставалось только ногу подставить и забить в пустые ворота. На ближнюю штангу была подача, небольшой рикошет. Я пошел на дальнюю, и мяч ко мне прилетел. Насколько тяжело было психологически? Все-таки уже сбор длительный, или физически было тяжелее на самом деле играть? Да нет, с каждой игрой нам становится все легче и легче. Тяжелее навряд ли, я думаю, кому приходится. То есть физическое состояние сейчас в целом насколько, ну, если в процентах попытаться оценить от оптимальной формы? Ну, я думаю, процентов 75-80 уже есть. Сейчас увеличивается конкуренция на позиции центрального защитника, новые ребята приезжают. Как себя, в принципе, чувствуешь, как вливаются в коллектив? Подстегивает? Нет, ну, конечно, подстегивает. Когда конкуренция идет в команде, это хорошо. Будем доказывать, чтобы играть будут лучше. Как сказал тренер, надо доказывать. Будем доказывать. Ну и учитывая, что команда играет разными составами, иногда по тайму, и в тренировках тоже много новых партнеров. Вот в частности, в последней игре ворота защищал Александр Макаров. Насколько уже можно сказать, что взаимопонимание в принципе есть, несмотря на то, что много новых людей? Да нет, ну взаимопонимание всегда находит. На поле можно найти. Я думаю, это не проблема. Получилось, что победу упустили на последней минуте, и ну, так показалось, что ты очень сильно по этому поводу расстраивался. Действительно так? Нет, ну, конечно, обидно проигрывать на последнюю, ну, ничья, или даже проигрываешь на последних минутах. Ну, как-то не то и гол еще такой получился. Тоже непонятный, 50 рикошетов, и нам залетает. Обидно было.